Итак, друзья, всем привет! Хорошего дня, хорошего настроения. Предоставляю вам очень классный аккаунт. Здесь есть боевой пропуск. 56 левел боевого пропуска. Также здесь есть 1000 V-баксов. Достаточно много скинов. Демонический рейнджер любви. Дэдпул, бот, блеска, искатель, горн, гибрид, владыка льда, вендетта. Так, покупной скин. Демонический рейнджер любви. Покупной скин. Так, козырь, покупной скин. Здесь есть неоновая рысь, фловая. Так, седьмой, восьмой сезон. Так, восьмой, десятый сезон. Так, а в девятом сезоне у нас кто был? Глава 2, сезон 1. Глава 2, сезон 2. Узник. Секретный скин 7 сезона. Покупной скин Харли Квинн. Агент Тыква, покупной скин. Дезактиватор. Четвертый сезон. Бля, не помню. Или из БП. Или покупной. Так вот, девятый сезон есть. Пилот вроде как покупной. Псих. Стартер паки вижу есть. Тут, походу, скины боевых пропусков, начиная с четвертого сезона. Вот такой вот классный аккаунт. Так, дальше. Так, куча эмоций. Так, дальше.
куча эмодзи, куча граффити. Так, есть игрушки, если кому-то это интересно. Так, дальше оберточки. Много разных оберток. Так, кирки. Кирки, кирки, да, вот они. Кирочки. Есть бита Харли Квин, молот Харли Квин, зловещий знак, пси-клинки, мясные молотки Дэдпула. Топор стражи. Я так показал выборочно, какие мне так приглянулись. Стальная тень. Ну, видно, видно, что тут много, много всяких разных. Вообще топчик. Дальше. Дельтаплан. Тоже здесь много различных дельтапланов. Так, воздушный след. Так, теперь я покажу ПВЕ. Так, здесь у нас, значит, склад. Рюкзак. Так, чертежи. Довольно-таки... Так. Есть, короче, чем пострелять. Холодное оружие, ловушки. Так, замочки. Это надо немножко места освободить, либо ячеек докупить. Видите, переполнен вопрос. Вот эти зелененькие, синенькие можно утилизировать. Так, дальше. Чертежи показал. Склад. Так, так, ресурсы. Потом. Так, выжившие. Так, здесь есть мифические лидеры. Две штуки. А, нет. Четыре. А, вот еще пятый есть. Пять. Пять мифических лидеров. Неплохо. Выжившие. Ну, серых можно поувольнять, кстати. Я прям сейчас и уволю. Они точно не нужны. Зеленых, синих потом сами уволите на свое усмотрение. Так. Так, героям. Защитники. Тоже поувольняйте серых, зеленых, синих, оставите себе фиолетовых, легендарных, прокачайте, хорошие помощники будут. Так, герои, солдаты, неплохо, конструкторы, тоже неплохо, ниндзя. Кстати, зачем здесь два одинаковых ниндзя? Так, путешественники.
Тоже зачем-то два одинаковых. Два одинаковых, а в наличии иметь смысла нету. Поэтому смело дубли отправляем в книгу коллекции. Так. Ну, вроде как все. 56-я мощь. А, да, карту. Камнелесье пройдено. Плункертон пройден. Вещая долина не пройдена. Линчпикс еще не открыт. Сюжетка в Вещей долине, 8-я страница. Вот такой вот классный аккаунт. Есть хороший набор скинов. В ПВЕ хороший набор героев. То есть, довольно-таки очень классный аккаунт. Если он вас заинтересовал, пишите мне в ЛС ВК. Пишите мне в ЛС Дискорде. Всем спасибо, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока, до новых встреч. Так, друзья, я совсем забыл сказать, что аккаунт этот личный, почту сменить можно, он полностью сможет стать ваш. Так, вроде бы я все сказал теперь.